друзья, мы сейчас едем в автобусе в итальянском. Я тут встретил русскоговорящего человека, она сама с Молдовы. В основном, как она сказала, здесь из Молдовы, с Украины, из других стран, с России очень мало людей. Сейчас мы с ней чуть-чуть поговорим. Хорошо. В первую очередь хотелось вот насчет вопрос о квартирах, о работах. То есть за месяц можно в Венеции за 1700 евро, да, квартиру найти получается? Да. Примерно так. В зависимости, наверное, район, в зависимости, какая квартира, но где-то там цены очень дорогие, конечно. Работа получается от 1000 евро минимальная, да? Ну, минимальная может быть и 500, потому что работает по 4 часа. Ага. А если работаешь целый полный день, в зависимости, 1200, 800, 900. Лена рассказала, что сейчас в Италии кризис, да? Да. То есть очень сложно. Сложно найти работу, конечно, даже для итальянцев. Очень много фабрик закрываются. То есть это тяжеловато. Людям отражается это конкретно? Да. На настроение, на самих людей? На характер, наверное, характер. Каждого. Просто я заметил, вроде итальянцы так нормально, что улыбаются, счастливы, или мне так показалось, может быть, из-за того, что турист. Нашел счастливых людей, наверное. Да. Вот так вот, ладно, Лен, спасибо. Хорошо. Спасибо. Нет, большое. Да, это было такое маленькое интервью наше дорожное, чтобы знать, что как у нас. Всего хорошего. Без... Друзья, мы двигаемся дальше в солнечную Калифорнию. Смотрите, отзывы. Пока-пока.